Это вы те, которые из Феодосии идете, да, пешком? Привет. Здорово, сейчас извини. Мы не из Феодосии, из Керчи. Из Керчи, да, идете? Да. Молодцы, молодцы, очень хорошо. Какие вы классные ребята, какие вы молодцы. Да, перед. Спасибо вам, ребята. Спасибо, вы очень хорошие. Спасибо. Можно отрицать, вы тоже молодцы. Спасибо. года освободили город Судак, разгромив в этом районе большое скопление немецких и румынских войск. В боях за освобождение Судака от гитлеровских захватчиков отличились 339-я Ростовская, Таманская, Бранденбургская, Краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия, 383-я Феодосийская Бранденбургская краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия, 244-й отдельный Феодосийской ордена Александра Невского танковый полк, 979-й краснознаменный истребительный авиационный полк 230-й штурмовой краснознаменной авиадивизии 4-й воздушной армии Северо-Кавказского фронта, 97-й отдельный моторизованный штурмовой инженерно-саперный батальон, 900-й Ростовской ордена Богдана Хмельницкого артиллерийский полк. Ошеломляющий удар Красной армии и безвыходность положения заставили противника капитулировать. Oh, yeah.
на защиту нашей Родины, Матушки России, подняв знамена в борьбе с фашизмом на Украине. Примите мои искренние благодарность и пожелания, чтобы у всех было крепкое здоровье, счастье, добра, мирного неба над головой, хоть идет немножко дождик, но ничего страшного. И всем удачи! С праздником! Низкий поклон нашим героям! Сюда приехала внучка старшего сержанта Князева Андрея Павловича, который, участвуя в освобождении судака от немецко-фашистских захватчиков, в ночь с 13 на 14 апреля героически погиб, до конца выполнив свой священный долг. Вот члены нашей семьи поклоняются и отдают дань всем погибшим. Уважаемые мои, я вас всех поздравляю с этим днем освобождения города Судака. Друзья, дорогие судакчане и гости города, дорогие братья и сестры, мы сегодня с вами встречаем день мира нашего города. День, когда жизнь вновь начала жительствовать в этом граде, в этом древнем великом Суроже, городе Судаке. Мы отмечаем память, когда мы были избавлены от фашизма. И как важно сохранить в душе память о тех людях, которые отдали свою жизнь, которые воевали за освобождение нашего города. Но помнить, что беда эта не ушла, и мы должны каждый противостоять этому честным и искренним трудом, заботой о ближних, любовью друг к другу, мы сможем победить то зло, которое может надвинуться на всех нас. Дай Бог всем вам здравия и созидания в этом святом граде. Мы приглашаем вас сегодня на праздничные мероприятия, посвященные Дню освобождения Судака. С 12 часов в городском саду играет народный духовой оркестр Судакского городского дома культуры. Состоится выставка с демонстрацией предметов военного снаряжения. А в 17 часов в Судакском городском доме культуры по улице Ленина состоится праздничный концерт «Весна освобождения». Или хорош, или начало, отгремев собой через бои. Я думал, она... Где же вы теперь, друзья,
Я тяжесть
гордости такой гордусь. Но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня. Молодые ветра северные, просыпаемся мы, и прохочет лапой ночью. То ли гроза, то ли это прошедшей войны. Thank you.